Сама не своя до мороженого, я внимательно слежу за всеми конкурсами, которые проводит Петрозаводский молкомбинат. И вот совсем недавно большие выдумщики из Славма решили разыграть чудесные призы, для получения которых надо было предъявить палочку от эскимо Забава, на которой значится заветное слово «приз». Лично мне волшебная палочка еще не попадалась, зато сегодня в очередной раз награждали счастливчиков. Я объявляю сегодня о том, что два призера нашлись. Это Королева Света, 13-я школа, 9-й класс. Поэтому поздравляю и вручаю вот такой наш подарок-приз. Желаю здоровья, счастья и чтобы вы нашу продукцию всегда так же успешно покупали. И в следующем нашем розыгрыше тоже с легкой руки вы могли получить вот такой вот приз. Вот. И Жагун Владимир Васильевич, завод «Авангард», замначальника производства. Значит, тоже самая легкая рука. После вручения кофеварок гостеприимные хозяева кафе «Морозко» угощали довольных призеров чаем и, конечно же, фирменным мороженым. А вы вообще часто едите мороженое? Очень часто. А какое вы предпочитаете? Я мороженое «Забава», потому что там такое цвет, и такое вкус есть. А вам вообще в жизни часто везет? Так. И так, и так. Комбинат «Славма» еще раз напоминает, что розыгрыш призов продолжается. Кушайте «Забаву», и вам обязательно повезет.